Что лично вы с вашим огромным опытом подобных пресс-конференций, прямых линий лидеров государств вынесли из этого общения Путина с народом? Ну, послушайте, это был сеанс вдохновенного вранья продолжительностью 4 часа. И да, действительно, там удалось объединить необъединяемое. Ну, послушайте, в конце концов, Путин в некотором смысле человек с военным прошлым. А знаете историю про то, как один старшина роты сумел решить проблему объединения пространства и времени? Нет. Он сказал своим бойцам, значит так, копаем отсюда и до обеда. Вот так же и Путин сумел вместе со своими подручными объединить пространство и время, образно говоря, вот, сеанс общения с народом и пресс-конференцию.